Интересный ряд. Широкая линейка. Яркие модели стоят, которые хочется смотреть и трогать. Современный дизайн. Захватывающий, яркий, оригинальный. Достаточно хорошо заряженные двигатели. Экономичность, практичность. Я доверяю этой марке, они все правильно делают. Мир сочетаний. Форм и красок. Борьба традиций и экспериментов. Смелых решений на базе многолетнего опыта. Я очень горд предоставившейся мне возможностью лично представить вам новинку компании Hyundai. Это самая последняя разработка компании. Новая модель Hyundai i30. Машина выпущена в Европе. Немецкий стиль как бы рассматривается. Уровень опций, который предусмотрен для машины, в принципе, совсем недавно еще ставился на машины премиум-класса. Корейцы вышли на хороший уровень уже. Теснят японцев. Hyundai последние годы улучшился значительно, на порядок. Ксеноновые фары, кожаный салон, панорамная крыша, масса систем безопасности, система удержания на спуске, система удержания в полосе движения, 7 подушек безопасности, ESP, то есть масса опций. По всем европейским нормам безопасности машина получила 5 звезд. Безопасность – это важно, конечно. Особенно для детей. От салона приятные впечатления, удобная посадка, приятный пластик, читаемые приборы. Радость, веселье, такой спорт достаточно привлекательно. Интересная модель, рассматриваю как вариант. Вместительный, комфортный, то, что мне надо. Стильная машина. Стильная машина, да. Моделька интересная однозначно. Машина поставляется как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Из бензиновых агрегатов представлен двигатель 1.4, он агрегатируется только с механической коробкой передач. И двигатель 1.6, который будет поставляться как с механикой, так и с автоматом. Также предлагается два дизельных двигателя 1.4, который будет поставляться также с механикой. И 128-сильный дизель объемом 1.6. Совсем скоро, буквально через пару месяцев, запускается производство модели в кузове вагон. И в конце года запускается производство модели Hyundai i30 в более спортивной версии с кузовом трехдверный хэтчбэк. Массовые поставки запланированы на июль 2012 года. У меня у самого Hyundai i30, ну, предыдущего поколения. Жалоб нет. Катаюсь год, поменял только масло. Отличная машина. И становится все лучше. Я уверен, что этот автомобиль станет бестселлером. Я люблю агрессивную езду. Купе хочу. Genesis. Она имеет свой характер и свою сексуальность, эта машина. Женщина ее прямо обнимает. Если бы вы сейчас выбирали и покупали Hyundai, какую бы выбрали модель? Grandeur. Интересен всем. И снутри, и снаружи. Привлекательное соотношение цена-качество. В данный момент рассматриваю i40. Его дизайн новый, удивляет. Характеристики довольно интересные, комплектация довольно интересная. Современная машина, вот я давно хотел, присматривался. Я бы сегодня купил бы, наверное, хэтчбэк. Акцент, который в пятидверном кузове. Соната. Самая красивая, как по мне. Hyundai на разного потребителя. Есть и шикарные машины, есть и попроще. Знаете, что гарантия на модели Hyundai 7 лет? Рекорды какой-то на рынке. Не знаю, есть ли еще 7 лет у кого-то? Корейцы, конечно, шагнули вперед. Видно по ним, что не относятся к людям хорошо, заботятся.